Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу вам быстренько показать свой дозаказик, то есть третью часть по 17-му предновогоднему каталогу Faberlic. В этом году нас ждет еще первый каталог, но вот покажу то, что я докупила. Итак, в прошлый раз делала заказ, не было на складе, в этот раз появилась, вот приобрела мицеллярную воду Проликсир с гиалуроновой кислотой. Вот. Здесь 200 мл, артикул 0735, срок годности у этой водички 18 месяцев, поэтому буду пользоваться с удовольствием. А чем замечательна эта вода? Вот, если еще кто не в курсе, то расскажу, что мицеллярная вода, почему она и называется мицеллярная, она содержит в себе специальные частицы, которые называются мицеллы. Так вот, эти вот мицеллы, они как бы на себя притягивают все загрязнения в нашей коже, в том числе и остатки косметики, и выводят благополучно их из кожи, когда мы протираем лицо. То есть они связывают вот загрязнения, грязь вот эту всю и удаляют. Вот также вот, как я уже сказала, здесь содержится гиалуроновая кислота, которая хорошо удерживает влагу в нашей коже. Вот, делает кожу более ровной и разглаживает мелкие морщинки. Пептидный комплекс Проликсир здесь содержится, который выводит токсины, а также предупреждает появление первых морщин. Мне эта водичка очень понравилась, она действительно прекрасно освежает кожу, имеет приятный такой легкий аромат, ненавязчивый. То есть я довольна. Тоже могу вам смело порекомендовать. 200 мл вот в этом флакончике. Далее. Заказала я опять вот такую вот новиночку. BB Touche 5 в 1, артикул 5261 из серии Secret Story. Тушь мне очень понравилась, я о ней рассказывала более подробно в своем предыдущем обзоре, вот в части 2 по 17 каталогу заказик делала. Вот так вот выглядит сама тушь, да, флакончик, она такого розового цвета, розовый металлик, имеет вот такой вот красивый орнамент, кисточка у нее. Довольно большая. Но тушь справляется со всеми вот заявленными свойствами, которые нам обещал производитель. Да? Она прекрасно удлиняет реснички, делает их объемнее, ухаживает за ними, потому что в ней содержится сыворотка специально ухаживающая, да, делает реснички гуще, темнее, вот, помогает их росту, способствует. Также подкручивает очень хорошо, делает реснички пушистыми. Достаточно, буквально вот для меня достаточно одного слоя, и можно весь день проходиться этой тушью абсолютно спокойно. Также чем хорошо, что ее можно наносить повторно с интервалом даже в 10 часов, и она не осыпется и ничего с ней не произойдет. Также вот идет вот такой к ней бархатный футлярчик. И коробочка. Здесь 6 мл, срок годности у этой туши 3 года, поэтому я вам рекомендую ее к покупке тоже. Дальше. Заказала опять в подарок вот такой вот магнетик овечка Faberlic 2015 написан. Здесь вот так вот выглядит. Размер у него 6 на 5 сантиметров. Артикул 9038. Следующее, что заказала, это уже взяла по распродаже опять, вот такой вот бесцветный карандашик. Сейчас на моем канале проходил конкурс, я такой разыгрывала карандашик, он очень хороший, универсальный, помогает помаду держать или блеск для губ на лето идеально, чтобы не растекалось ничего. Шикарный карандаш, артикул 43-44. Вот, я вам тоже его очень советую. Дальше купила
10 вот таких вот ручек с логотипом Faberlic. Я долго-долго мечтала, чтобы ручки у нас появились. И вот, наконец-то, я все, когда в систему захожу, заказ оформляю, забиваю в поисковик ручка, 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 ручка. И вот, наконец-то, ручки появились. Они вот такие белые, вот так выкручиваются. Вот с такой розовой надписью, логотипом. Очень удобно в руке лежит. То есть, классно, супер. Попробуйте, может быть, у вас тоже на складе есть, и вам удастся тоже такие купить. Я сейчас вот под Новый год своим клиентам в заказике тоже постоянно положу. То есть я надеюсь, им тоже понравится. Далее приобрела вот такие вот опять пробнички для клиентов. Крема Проликсир, интенсивный дневной крем и восстанавливающий ночной крем. Это серия, кто не знает, да, у нас идет с гиалуроновой кислотой. То есть это прекрасное увлажняющее средство, особенно вот зимой, у кого очень сильно сохнет кожа, имеются шелушения какие-то или еще что-то. Вот эти кремики очень для вас хорошо должны подойти. Так, пробничек дневного крема 0,6-32, пробничек ночного 0,6-33, по 1,5 мл в каждом саше. Дальше опять купила вот такой вот пенальчик для пробников парфюмерной продукции. Размер у него 14 сантиметров на 12 сантиметров на 5. Артикул 97-45. И сюда можно поместить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 пробничков. Далее купила опять пробники парфюмерной воды для мужчин, для женщин. Купила кокетку, купила в шоколаде, мужской интенс, женская ромеята, так, бриз д'амор, мужской круизер турбо. Ну и Vent and Ventures тоже. Также купила пробники опять парфюмов для дома. Я их уже покупала 2 раза, но пока у меня нет полных версий, я активно ими пользуюсь. Я вам тоже советую приобрести пробнички для начала. Артикулы все я оставлю в описании. Вот, и попробуйте на чем-нибудь. Я попробовала на диванных подушечках. На таких маленьких у меня в спальне есть разные подушечки. Я на одну подушечку нанесла вот зеленый аромат, который Делис. На другую нанесла Романс, который розовый. Они меня покорили, конечно, просто безумно приятные для меня вот ароматы. Зеленый аромат смело можно советовать в салон автомобиля как мужчине, так и женщине. Он создает такую вот для зимы вообще уютную, теплую атмосферу. Мне чем-то он чуть-чуть напоминает аромат вот спрея для очищения воздуха от Сингара «Каминный зал». А вот тоже немножечко как вот какими-то деревяшечками, деревом. Ну, в этом аромате содержатся сухофрукты, поэтому аромат сухофруктов, да, вот он, наверное, дает все-таки такое что-то. Потом там аромат груши идет, теплая ваниль. Мне он еще вот как-то напоминает аромат тут именно какой-то домашней выпечки, теплый, такой вот именно теплом. На зиму этот аромат просто вот супер. Я также пробовала их вместе сочетать, вот вместе. Они тоже превосходный дают запах. Ну, то есть для меня, наверное, все-таки на первом месте идет вот Делис, это зеленый, вот, и, ну, на зиму сейчас я имею в виду, и потом вот Романс. Романс — это розовый флакон, в каждом флаконе в большом по 100 мл содержится, да, это очень выгодно, потому что они очень сильно парфюмированные, хорошо вот отдают аромат. А Романс, он имеет нотку сирени, нотку миндаля, но он такой, знаете, не тяжелый, все-таки такой легкий цветочный аромат и тоже очень-очень уютный. Поэтому тоже смело вам его посоветую. Я в первом каталоге буду, вот у меня есть опять купоны на минус
50% скидка от черной цены. Поэтому я с удовольствием оба вот таких аромата для дома буду приобретать вот по купончикам со скидками. Чтобы получить такой купон, вам нужно приобрести по каталогу 17, который сейчас еще действует до 22 декабря, на сумму 1000 рублей. И вы получите вот такой купон на покупки, на скидку в каталоге 1. Поэтому это очень выгодно, я вот уже купончиками запаслась, в том числе вот парфюм приобрету. Мама у меня тоже понюхала, тоже захотела, ей тоже купим. Вот, поэтому имейте в виду, что зеленый, например, флакон, я думаю, что ваши друзья и родственники обрадовались бы такому подарку, потому что, мне кажется, ну, приятный, приятный. Вот, так что, в общем, ну, об остальных ароматах говорить так не буду, потому что все-таки нужно тестировать. Единственное, могу сказать про кокетку, да, то, что кокетку я тоже полную купила, она мне нравится, я вам тоже ее могу посоветовать. Также на распродаже для консультантов я купила два вот таких вот бантика для оформления подарков. Поэтому тоже артикулы оставлю внизу, но они идут на шаге 2 при оформлении заказа. Так, потом опять купила подарочные пакеты. В прошлый раз я показывала медовый и вот такой вот золотой. Мне они понравились, они очень хорошо сделаны, и за такую цену я подумала, что чем я буду тратить деньги в магазине, я лучше вот приобрету Faberlic, поддержу, так сказать, нашу любимую компанию. Они все-таки старались, вот выпустили для нас такую красоту. Итак, вот это у меня пакет M, артикул 701-49. Сейчас я вам его наглядно вот с каталогом, видите? По высоте чуть-чуть выше каталога, а по ширине вот в аккурат как каталог. Вот. И большой золотой, это L, артикул 701-47. Ну, он, естественно, вот пошире будет, вот. И чуть-чуть и повыше. То есть сюда можно уже побольше положить. Вот. И последнее, что я вам покажу из своего дозаказика, это покажу вам запеченные тени из коллекции Secret Story. Вот сейчас идет акция, вы можете приобрести нашу новинку замечательную, вот такую вот BB-тушь, которую я показывала, 5 в одном, и запеченные тени на выбор. Да, за 479 рублей. Ну, я, естественно, опять воспользовалась акцией и приобрела. Прошлые палетки, которые я вам показывала в своем втором обзоре, я их не сводчила, потому что я их буду дарить. Но фото палеток я выложила в свой Google Plus, в альбом. Заходите, смотрите. Вот эту палетку тоже я сфотографировала уже, тоже буду вам выкладывать фотографию. То есть в Инстаграме у меня уже есть она. Вот так вот выглядят тени. Так, это у нас «Тайные желания», 52-12 называется палетка. Вот, очень мне понравилось, особенно вот этот вот светлый. Это вообще просто мой оттенок, светлый, он кремовый. Вот, и здесь идут два сильно шиммерных оттенка, это вот эти. Нет, не эти. Это вот эти нижние. Вот эти. А вот эти, они более такие спокойные. Итак, вот как тени выглядят на пальцах. Такой золотистый цвет, особенно сейчас на праздник, будет вообще просто супер. И вот так они переносятся. Видите, тени очень хорошо пигментированные, они не осыпаются, они прекрасно набираются как спонжем, который вот в комплекте идет, так же и кистью. И вот такая замечательная коробочка, красивая. То есть вы можете также купить в подарок, допустим, такой набор. Я думаю, что будет очень хороший подарок. Вот на этом все. Все мои покупки закончены по 17-му каталогу.
Вот, так что скоро уже на следующей неделе ждите мой обзор покупок по первому каталогу. И на этом все. Спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.